Całe jako świadka, że się seks mają raz w roku, się całują. A katolicy tylko kaszą. Родился от девы и лежит у Бога,
Младенца от девы лежит у Бог, в яслях бессловесных посреди огня. А над ними Осень с матерью стоят, а над ними Осень с матерью стоят. Ох, младенец горько плакал и рыдал, многими слезами ясли обливал, многими слезами ясли обливал. Жаль мне Христа стало, падая пред Ним, и рыдала вместе с Господом моим, и рыдала вместе с Господом моим. А потом я Деве сделала вопрос, о, чего так плачет маленький Христос? О, чего так плачет маленький Христос? Дева мне сказала, плачет он о том, что Адам и Ева взяты в плен врагом, что Адам и Ева взяты в плен врагом, и что образ Божий данный их душам предан по руганию злобнейшим бесам, предан по руганию злобнейшим бесам. Плачут, что не любят дети их Творца, и сквернят грехами души их сердца. Плачут, что прельстились люди суетой, и пренебрегают горней красотой. И пренебрегают горней красотой. Плачут, что на службы к сатане идут, и от службы Божьей старый млад бегут, и от службы Божьей старый млад бегут. На службу до сатана идут. Все плохи мысли по духе нет. Варшава. И мрачат на вере. Служебница сатана. No wiesz, jak ja jadę z prawosławnymi, to ja jestem wzorem, bo my we dwie śpiewa, mamy śpiewnik i śpiewamy. Angiel proletel, on leciał po niebie, ludziom piesnią pieł. Wse ludzie, likujcie se dzień, to czestujcie dnie z Chrystowa rożdżesło. Все люди, ликуйте цей день, торжествуйте дне с Христова Рождество. Я лечу от Бога, радость вам принес, yeah. И вы о Христе узнал, и убить младенца воинам послал. Всех детей убили мечи, притупили, а Христос в Египте был. Всех детей убили мечи, притупили, а Христос в Египте был. Я тебе Oh,
Barbara, i tu specjalnie tym wiatrem, że świata ja Barbara, tak. Ovečki ste
зайшли, до вашої хати зайшли, щоб вашої хати не минати. Чи можна заколядувати? Заколядувати, значить. От хати до хати. От хати до хати. Заколядувати. Happy Veterans Day. On this Veterans Day, we remember all of the sacrifices made by veterans and their families. I'm Stacy Ruth of UniteTheUSA.org, and my sister. Thank our veterans and That's their right. families this Veterans Day. You know, the Lord said, greater love has helped you and honor you, and we do that today. Ready for Christmas? That's the question that I think everybody is asking or being asked. You know, when you go out to the post office or to stores, it's so, are you ready for Christmas? And for some people, it's like, ah, no.